здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. А я насчет вот обмена игрушек. А больше не меняет игрушки. Не меняет? А это у вас, да, вот этот аппарат на Фединской один? Ну, там ваш номер телефона. Ну, да. Это где бургер, да? Да. А вот там еще с другой стороны, где KFC, ой, то есть это тростик, там тоже ваш аппарат? Ну, да, я, к сожалению, диспетчер, у меня нету ориентира, я только по адресу могу сказать. А, в общем, все равно нигде не меняют. Не-не-не. Где наш аппарат и с нашим телефоном, там не меняют. А, ну у вас их много получается, да? Ого, у вас большая такая организация. Понятно. Там это, я видео заснял, я сам блогер. Там у вас такие настроечки, это, когда поднимается игрушка, даже он не передвигается, он просто эту три пальца как бы открывает, и игрушка падает. То есть видно прям, что, ну, лохотрон. Просто стригут деньги по 100 рублей за 10 попыток. Передам мастеру, может, техническая неисправность. Приедем, посмотри, что там с ним не так. Это вы считаете техническая неисправность, да, по 100 рублей стричь? По аппарату не было, поэтому, значит, люди игрушки вытаскивают. Если бы кого-то что-то не устраивало, обязательно бы это мастер. Не знаю. Просто они смиряются. Вас как зовут-то? Вы сами с Москвы, да? У вас техническая неисправность какая-то, просто телефон многоканальный, не могу долго линию занимать. Исправьте, и мне денежки я хочу вернуть. Вы меня... Что-что? Да, передаю информацию. Как мне деньги-то вернуть? Проверяй. Девушка, проверяй. Пожалуйста, мне деньги надо вернуть, потому что, ну, там явный обман. Ну, вот, плюс детей обманули. Не понял, как вернуть? По номеру телефона возврат осуществляется при наличии неисправности. Ну, какие мои действия, чтобы мне вернули деньги? Я приняла вашу заявку, в течение 3 рабочих дней ваше обращение будет рассмотрено. То есть по этому номеру телефона вы с этого номера позвоните, да? Звонить никто не будет, мастер приезжает, проверяет неисправность, тогда с вами связывается. Вы отметите, да, этот номер телефона, с которого я звоню, конечно, да? Конечно, я буду ждать, девушка, 3 дня, так что как бы уже ситуация огласки воскресенские. Она оглашена, так что не надо так вот обманывать людей. Настраивайте так, чтобы была хоть какая-то возможность выиграть детишкам. Хорошо, я передам это все ваши заявки, вашим обращением для мастера. Спасибо за понимание. Так, всего доброго, хорошо. Уважаемые зрители, воскресенцы, кто также, ну, попал вот на этот лохотрон, кто вот, ну, кто простит, ладно, там вы, это ваше дело, прощайте. Номер телефона я этот дам, что по которому я дозвонился, слава богу, записал видосик. Обращайтесь, если вы чувствуете себя обманутым, звоните по номеру телефона, голос женщины вы слышали, и требуйте вернуть свои деньги. Всего доброго. Спасибо за внимание.